Ну, теперь вся утка наша. Пошли! Пока там тебе обезьяны мерещатся, лось уйдет! Честно, бросай! Не бросит. Ага. С водкой не бросит. Что ж вы, мать вашу, зверя, братаны, я вам! Папа, сапатки! Сырно! Завтрашнюю охоту. Всем спать. Ну, смели стала обе, потому что пырсы такие... Ё-моё, а я за что ее хватал? Вы еще подеритесь, горячие финские парни. Какая сволочь стреляла! Охотники из национальных особенностей. Ну вы, блин, даете. Новый миф. Морозная свежесть. Витаминов теперь нужно побольше. Интересно, что он скажет? Чего я разволновалась? Мы же этого так ждали. А я уже соскучился и проголодался. Кажется, ты скоро станешь папой. Вот это да. Все? Учусь готовить. Будете у меня есть только самое полезное и вкусное. Надо же, не пригорело. Это Олейна тебе помогла. Олейна. Натуральная, легкая, чистая. Олейна. Вкус еды, а не масло. Виспа. Легкий. Нежный. Пористый шоколад Кэдбери. Когда твои чувства принадлежат только ему. Виспа. Нежность шоколадных пузырьков. Такой я была лет 10 назад. Хочу, чтобы лицо выглядело нежным, гладким, просто божественным. Для этого понадобится тональный крем от Max Factor Gold. Чудесная вещь. И что в нем такого особенного? Он увлажняет кожу весь день, не высыхает, не стирается и помогает коже выглядеть абсолютно безупречно. Что ж, если я играю не безупречно, пусть хотя бы моя кожа будет безупречной. Ты сама это сказала? Конечно, сама. Если бы ты мне такое сказала, я бы тебя уволила. Тональный крем Beautiful Skin Makeup от Max Factor Gold советуют профессионалы. Беспокоят суставы? Битнер. Просто Битнер. У каждого, кто хочет быть здоровым и красивым, будет домик в деревне. Почему, бабушка? Потому что наш домик в деревне стал на 10% дешевле. Домик в деревне теперь дешевле на 10%. Зиртек не только избавляет от насморка и чихания, но и лечит от аллергии. Зиртек. Распрощайтесь с аллергией. Привет. Фейри, ты что, разбогатела? Наоборот, экономлю. Шутишь? Рекомендую. Импортное стоит недорого и хватает его надолго. Мне нравится. Мне тоже нравилось, пока Фейри не попробовала. Он хоть и немного дороже, зато посуду моет за двоих. Фейри так эффективно удаляет жир, что там, где нужны две бутылки обычного импортного средства, Фейри справится и одной. Зачем вам лишние расходы, когда можно сэкономить с Фейри? Ты куда? За Фейри, конечно. Деньги надо тратить с умом. Фейри – самое экономичное средство для мытья посуды. Принцесса. Да-да, вы принцесса. Все пытаются вам угодить. И все самое лучшее в мире для вас. Но разве это не счастье? Вы сказали бы «да». А принцесса ответила «нет». Королевское счастье – это утро без лести и день без дворца. Вечером на Первом канале – королевский подарок. Римские каникулы.